Есть там 425-я. О, ренюл зашел. Сталик, у тебя есть там 425-я алхимия? Есть, конечно. Но я фулл проф, но у меня все профы есть. Еще у совы 100к дамага, это никого не волнует, да? Марат, дай мне этот ларь, если не нужен. Он уже не передается потом. Если его нельзя передать. Там, скорее всего, короче, наверное, протопаладин добил, когда огромный на них набивал. Бери Олега, ему, наверное, тут без смертей чего нужно. Да, всем нужно. Будем пробовать. Хочу присутить в чат, кто на этом боссе не был, кто боится от обстрела умереть. Пришли, поделаем. Присутить в чат, мы без смертей делаем, короче. Мины и без смертей. А можно еще мины сделать или нет? Уже говорит, что делаем мины. Мины ближнего боя делаем и без смертей пытаемся. Но если кто-то на мины наступает, мы вайпаться не будем. Патроните хиль. Пикни всех миликов и точно все сделаем. Да не, у нас много паладинов, сейчас я объясню, что делать. Короче, еще раз говорю, кто боится от обстрела сдохнуть, ачивку нам запороть. Кто лагает, ТП в Даларан тыкайте, я вам все равно начислю. Просто чтобы вы нам ачивку не запороли. Пока, Дрифи. В смысле, блядь? Пока, Славик. У вас есть возможность не получить ГП? Не уешьте, ребята. Я на этом боссе нормально, я не умираю. Запомните эти слова. Тем более сегодня я так не бухой. Так, короче, ставьте шкаф. Ставьте шкаф. Сейчас присуманим двоих. Филипец, ты тут? Паша, поставь там что-нибудь в чат. Сейчас псих умрет от обстрел. Забьемся, кто из нас умрет. Давай. Рексис, Филипец. Только ждем и объясняю, что будем делать. Верните в протопала, мутант в танке, остальные все в ДД. И молча спекайся. Филипец, ты тут, нет? Братишка. Заебал. Дай пойти на него. Ничего себе, наверное. Сейчас я релогнусь. А, какой-то бой еще висит, блин. На всех на вас бой? Нет. Эпатия, Олегу. Сейчас, подожди, я это, релог написал. Так, Филипец, ты пришел? На ком, короче, боя нету, присуманьте Олега. На ком боя нету, тыкните на шкаф. Олега дождем, заедет. Там у Филипца, да, синий экран вылетел. Так, теперь смотрите. Значит, первая фаза. Будем все стоять в синем квадратике. У нас меликов много. Так, Трися, нажмешь бабл, соберешь по левой стороне. Вот, Саня, запоминай, левая сторона. Вот как на босса смотришь, это вот тут вот видишь? Круг, я знаю, все нормально. Вот по левой стороне соберешь, okay. А этот, Аверакт, Кощуга, ты нажмешь бабл по моей команде, соберешь по правой, чтобы 100%, короче, никто на мины не напоролся. Видели, да? Ты налево набежишь, начнете отсюда, где сейчас квадрат. Трися налево побежал по моей команде мины собирать, а Кощуга, Аверакт направо. Все, присоедините в чат, если поняли. То же самое делайте на четвертой фазе. Ребята, смотрите, вылезут мины, начнется этот шоковый удар, вы... Отбегайте от босса. Не затупите, пожалуйста. Если сдохнете, короче, ну, смело ГПшечку начислим. Соточки 2-3. Кто, короче, в себе не уверен, кто ГП не хочет получать, просто в Даларан телепортируйтесь. Далее, смотрите. Так. У нас начнется вторая фаза. Будем постоянно в метке находиться, бегать боссу за спину. Все, на обстреле. На лазерном обстреле. По моей команде забежим за спину, босса убьем. На четвертой фазе все то же самое. Вернемся сюда на исходку, где сейчас квадрат. Так, Трися, также по левую сторону соберешь семины. Веракт по правую сторону. Помните, у кого боя нету.
И после того, как вы мины соберете, пойдем под босса. Рассредоточимся там, КД в внутреннем кружочке. На четвертой фазе на бабл, скорее всего. За других кого-то назначать. Так, ну смотрите, Animal Jazz на четвертой фазе, давайте. Animal Jazz на четвертой фазе. Ты соберешь мины и Сендер. Где? Четвертая фаза есть, да? Да-да, вы на четвертой фазе, Animal Jazz и Сендер. Вы просто жмете бабл по моей команде и взрываете мины. Теперь смотрите, на четвертой фазе кто что будет бить. Все РДДшки, когда босс запустится, мы стоим в метке. Милики собирают по моей команде мины, все РДД играют до 15% в башку. Потом переключаемся вниз. Потом прячемся за спину боссу. И пока идет обстрел, даем, короче, рост, играем в тело и сливаем массами башку и низ. Я буду все озвучивать. Такую на готовность, на ФК. Я буду все озвучивать, в какие части играть, не забывайте. Нам надо все части на четвертой фазе слить одновременно. Самая простая ачивка. Давайте еще Оптимуса присуманим, попробуем, у кого боя нет. Помните его, пожалуйста. Оптимус, поставь мне в рейд плюс, если... Бой бери. Оптимус, поставь плюс в чат. Все отлично. Мы делаем мины, но приоритет у нас без смертей. Не умираем. Все, последний раз чекаю, забафайте Оптимуса. И будем начинать. Мутант, подходи на изготовку. Милики, пока стойте в синем квадратике. Давайте тотемы ставьте, шаманы, подходите все сюда. Будем начинать. Все, Тернити, смотри, ты там на этом. На штурмовых ботах весь мелкий трэш агришь на себя. Нет, милики бьют, но на шоковом ударе вы отбегаете. Понятно? И когда шоковый удар, вы на мины не наступаете. Вы бежите там, где паладины с баблом пробежались. Все, Трисия, смотри, ты подходишь сейчас сюда. Вот под босса прямо подходишь. И Веракт тоже подходишь сюда, по правую сторону. Только мины вышли, я даю команду. Веракт вот так вот побежал по кружочку, Трисия в противоположную сторону. Расчекаю, короче, мутант. С ЛП начнешь бой по моей команде. Так, все, мутант, начинай. Сейчас пока сразу не вливайтесь. Ждите 3 секунды, пока мутант наагрит, и будем бить. Давайте. Все, давайте бейте босса. Следите за агро постоянно. Вот, стойте на месте, давайте паладины бабл жмите и собирайте мины. Блять, я кривет дал, ну ладно. На четвертой фазе. Да-да-да, сейчас будет обстрел, ребята. Нужно будет убежать. Отбежали, бежали от босса, отбежали. Давайте далеко убежать. Чё провалено, если я в бабли их собирал? Да, вернулись. Понимал. Умирай. Я добиваем босса. Просто стоим, добиваем босса. С мины будут. Я уже вижу, да. Там уже за... Понятно, иди. Добивайте, добивайте. Мы уже не сделаем её. Давайте все. Это не сделаем, если он уже на них наступил. Давайте просто без смерти. Ребята, не флудите, ну что за манера? Идите сюда, в синий квадрат. Он еще мина осталась одна. А чего засчитает? Одна мина, там не дымок. Ждем. Подходим сюда пока потихоньку, подходим в синий квадрат, стоим все в синем квадрате и постоянно бегаем за спину. Все, побежали. Холодец, ты эту частицу на мутанта. Давайте в синем квадратике стоим. Побьем босса сейчас. Бейте босса. Стоим по ДПС. Что за спину? Не квадратик. Снова за спину. Квадратик. Красная метка появится на полу. Надо будет из нее выбежать. О, кто там стоит? Каменец, Виталик. Давайте теперь за спину все. Скоро будет обстрел. Постоянно за спину. Только он к вам повернулся за спину. Ищите синий квадрат глазами. За спину, ребята, перебежали далеко очень. Сюда выбежали, в синий квадрат, выбежали. И все, и добиваем.
Добиваем, добиваем. Все, молодцы. Вот на четвертой фазе точно так же. Идите сюда, в синий квадрат. Синий квадрат, сейчас башка появится, бейте ее. Так, да, я просто видел, что я подорвался, может залагал и как бы не сразу бабл прошел. Что я прожал, начал бежать, и по мне урон начал идти. Все, бейте, босс. Вылезет, короче, мелкий трэш, бумбот. Все РДДшки переключитесь в него. Шипы особенно. Тарники, ты на все мелком трэше. Вот переключились в него, убейте, убейте его, это очень важно. Милики брахлоботов сливаете. Штурмового бота терните агри, пока его никто не бьет. Все, милики штурмового бота бейте. Только за агро следите. РДД бьют башку. Бумбота, брахлобота бейте. Терните, забирай. Сразу не вливайтесь, там пару секунд дайте на агрить. Сливайте башку. Идем все в начало, как начинали. Штурмового бота долили. Все подходим. Все точно так же, как на первой фазе, сейчас сделаем. Давайте теперь. Так, кому там назначало бабу сжать? Подходите к боссу. Не забывайте. Надо сейчас одновременно. Да-да-да, четвертая фаза. Пока никто не бейте, дайте наагрить мутанту. Идите от босса все. Все, давайте, 2 секунды. Все, давайте, бейте. РДД до 15%. Вы зря растяжку даете. До 15% башку. Или кинис. Потом на обстреле. Забежим за спину и будем все в тело играть. Так, давайте все под босса встали. Под босса. Блин, хильди. Теперь стойте, не ДПСьте. Все в центр, тыкните на центр босса и за спину прячьтесь постоянно. Сейчас обстрел подождем и добьем босса. За спину постоянно ходите ему. Сейчас будет обстрел. За спину, ребята, выбежали в синий квадрат. Выбежали. Все, бейте середину и добивайте босса. Двигайтесь постоянно. Влево. Теперь низ. И голову. Ребята, голову. Куда бивайте РДД? Милики тоже бейте. Прям молодцы. Это красавчики, нахуй. Детка. Почему это чего было? Я завоевателя сделал. Это дело. Алина, я говорю, что я. Бля, я виноват, я понимаю, но я не знаю, почему бабл сразу не прошел. Подходите к порталу, сейчас там бой спалет. Пойдемте на этого. На Везакса. Закса убьем и вернемся на Алгалона. А Хазира мы убивали сегодня или нет? Да. Он ледяной, там ледяные метки Хадир. Дерекшаз умер. А Калагор, ну это что такое? Оранжерея жизни. Плак с руками. Там Виталик один только сдох. А, я понял. Так, мы сейчас на Алгалона. Куда портоваться сейчас? Оранжерея жизни и подходим в зал воспоминаний, по карте ищите. Я сейчас схожу, воды попью, трэш не агрите. Сейчас я приду, пятик. Схожу, покурю по-быстрому. О, я знаю, как мы слезы сделаем. Олега попросим зайти на Аршаму. А Фукасаку спякнем в Ордру. Попросим зайти. 100% слезы будут. Серьезно, без приколов. Так, этот мутант твой дальний, Этерните ближний. Все, идите забирайте. Алгалона БДД еще добрать, потому что иначе там ДПС будет мало. Нормально сюда. 20 тел убивать можно. Чё, кстати, Лёха, ты мне уже не первый, кто это пишет. Чё с ним не так? Кем? Неважно, оставим это конфиденциально.
Хорошо. Я послушаю людей. Твоих. Попросим. Пойдемте. С кружочком. Теперь смотрите внимательно. Масса не бьет. Один Этернити врываешься, а мутант ты точечно вытягиваешь на себя, кто побежит в рейд. Пока никто не бьет. Этернити, один иди. Напуливайте ханты на Этернити. Скажите вас, ваш скилл. Все, теперь масса заливайте, ребят. Бейте массу. 5 щит хиловки врать на посланника. Говоришь? Щит хиловки на посланника, сантой тебе брать. Сейчас сделаю, я не понимаю, что ты говоришь. Щит сейчас? На посланника, не щит. Хил, посланника. Хила, да. Сантой. Блин. Давай после рейда напиши мне, я тебе схожу, пробью. У меня есть щит. Я уже сделал посланника. Мутан, забирай. Хадир вроде падает. О, да, сапался нету. После рейда скажу. Короче, что, ребята, будем хэм режим делать или нет? На Визаксе будем хэм режим делать? Конечно, хэм режим, я только из-за него пошел. Нифига, ты жесткий. Давайте побежали вперед. Марат на ФКш. Вот этот щит, брестский стражник. Да нахила. Ой, а, тоже за ледяной барьер. Он тоже с этого сходзира. Сейчас я вану линкану, но не скажу точно, с кого падает. И вон я линканул уже его. Он сходзира. Не-не-не, 2-2-6 шмот нужен. Тут 2-3-2. А, так там же щиты-то, по-моему, можно. Пухи 232. Ну и щиты, это 239. Там много. А нет, 232. Бежали за кружочком, идите вперед. Этот Ваня можешь снять. Кстати. Да, с их обычки это, по-моему, гордость Каркрона. Разве на посланника с игом можно брать вещи? Угу. 226 главное, чтобы были. На посланника главное, чтобы 226 уровень был. Теперь два танка вниз, только пока не прыгайте, подходите. Сервис сюда, в печеньку вставайте. Первый я сделал завоевателя. Антахили, Матернити, вниз спускайся. И масса бейте, масса бейте. Там ты иди уже вторую пачку веди. Этернити, помогайте мне. Самогон кинь на хэпалу, которую. И масса заливайте. Эти Этернити. Ваново, козырь, помогайте мне, щиту рейд. Подожди, не веди, блин, маны нет. Давай этот Оптимус читать гимн на ХП. Ой, на ману. Терните хильте, главное. Шаман. Хили терните. Воно. И ставь тотем прилива маны. Фукасаку ставь. Ставь тотем. Ты тут шейм снимать тогда, да? Да, конечно, я сейчас объясню все, что делать. Хэм режим будем делать. Все то же самое, когда и на позутом, по-моему, когда делали. Хэм режим. Мы хэмку без смерти сможем сделать? Ну, по идее, на так и делается. Да. Все, подождите, пока трэш не ведите, идите сюда в кружочек все. Все в кружок. На платформу вниз спустимся. Сейчас я ману резну. Ой, потеряли меня? Угу. Вы делали еще анбол? Терните, иди забирай трэш. Хилим Этернити. Также массы заливайте ее. Весь этот раш только без звездопада.
Дай бог до босса дотянешься. Теперь не дотянусь. Все, давайте ближнего вон. Квадратик синий поставил. Вытягивай его, отверните. Только точечно смотри, тарелку не кидай ни в коем случае. О, молодец. Бейте его. Синий квадрат. Точечно, без масс. Видите, там босс рядом стоит. Да-да-да, мы разделом саранит. ХМ режим на этом боссе. Плак по ДК дайте. Бежали, другого убиваем. Оббегаем. Вот будет босс кидать такие копья, как этот мелкий трэш кидает. Их надо будет отбегать. Тек, да. Он такой наркодайки летает, да? Да, вот фиолетовое копье вверху летит. Я сейчас скину вам макрос на отдаление камеры. Или кто может, скиньте макрос на отдаление камеры в РК. Сейчас скину. Ну там просто по таргетам надо смотреть, кто будет выбегать. Все. Я назначу сейчас людей нормально, все это делаем. Смотрим, насколько у нас память хорошая. Теперь, короче, смотрите. Так, тотему убирайте пока. Сейчас, кто будет водить левую пати? Кому метку поставить? Плюс в чат. Кто уверен в себе, кто не затупит. Босс, когда кинет копье, побежит влево или вправо. Вуди Аллен. Вуди Аллен. Теперь смотрите, иди сюда, Вуди Аллен. Вставай на рейндж, прямо сейчас в квадрат теперь идут, слушайте внимательно, Серсея. Ты встань на максимальный рейндж прямо сейчас, Вуди Аллен. Я встал на максимальный рейндж. Так, я понял. Давай подальше, короче, сюда тогда отойдите, будешь жезлом бить или хз, или просто будешь группу водить. Сюда, в кружочек, подальше встань. В квадрат синий идет Серсея, породистый, самогон, Вуди Аллен и Оптимус. Теперь в кружочек идет у нас Каминс, Айкен Блинк, Простя и Пеппер. Оптимус, иди сюда с квадратика синего, иди сюда в круг. Ну а теперь смотрите. Делаем следующим образом. Кого я не назвал, все меликие идут в трусы. Вставайте прямо сейчас, оставайтесь на местах, кому я сказал. Ваня, мутант, подходи сюда. Под босса поближе, и все, идите в трусы. Идите в трусы. Так, а кто может в хила спекнуться? Я. Так, самогон. Самогон, давай, спекайся, Лёха. Чё тут хилить надо? Сейчас всё объясню. Спекайся в этого вердру, резай ману. Дайте пилу там или рыбу поставьте. Кстати, еды дам. Смотрите, у нас козырь, отец холодец, фукасаку, пеппер и самогон. Где должно хватить? Сейчас я объясню, что делать будем. А пока еще чекну. Я хилов еще не назначал. Ребята, теперь слушайте, хилы. Козырь, ты идешь. Так, ты идешь под босса в трусы в зеленые. Далее. Самогон. Ты остаешься там в метке в синем квадрате и хилишь тех, до кого достаешь, то бишь свою пати. Вот кто рядом с тобой сейчас, понял? Mm-hmm. Все, тут смотри, особенность какая. Ты будешь хилить людей только когда будет зеленый луч. Вытягивание жизни, короче. С этим дебафом, ребята, внимательно смотрите, вы отбегаете прямо перпендикулярно выходу. То есть только увидели на себе, либо рядом с вами зеленый луч, в вашей пати вы побежали, хоп, взяли назад. Просто тупо назад. И себя подхиливаете, если можете. И потом вернулись обратно в метку, где она стоит. Далее, теперь смотрите. Самогон хилишь свою пати. Козырь в трусы. Отец холодец в трусы. Фукасаку в трусы. Вы будете стоять под боссом в ногах. Как, короче, на ребре. Далее, короче, Пеппер будет хилить свою пати. Кружочек. Теперь смотрите. Первый хилишь... Отец холодец, Марат, слышишь? Поставь плюс в чат. Ты в хиле, в хэпале. Хилишь первый мутанта.
Как все остальные, тут спекайтесь, кстати, в танках. Это Ромики, ты в Эрпале должен быть. Пекайся прямо сейчас, все. Отец холодец, смотри, как только у тебя остается 15% маны, начинаешь в рейд флудить, типа у меня уже нету маны. Фукасаку, ты хилишь второй. Слышишь, Вано? Да, понял. Все отлично. И козырь ты, короче, по КД щиток на мутанта. Все, тебе больше там ничего делать не надо, окей? Плюсуни в чат, если понял. Молитва и щиток. И стоишь, короче, жезлом бьешь. Все, больше ничего там делать не надо. Милики, смотрите, у кого ШМ, осколок души там из статуса постоянно отключаете. Если вы разобьете пары, хэм режима не будет. Все, мы, короче, должны будем стоять 2 минуты. Вместо ШМа. Если есть другие пушки, одевайте вместо ШМа. Мы будем стоять 2 минуты, просто бегать от копья. Потом вылезет босс. Я, кстати, затупил. Извини, Терни, спекайся в этого, в протопола. Не забыл совсем. И ты заберешь на себя... Флаганула. Ты, Терни... Если нет другой пухи, кроме ШМа, то что делать? Снимать Терни... себя бафы от ШМа всегда. Либо не бей вообще, если не уверен в себе, либо не бей. Только по моей команде. Давайте вообще на РНЖ поставим где-нибудь. Иди тогда в кружочек и будешь бегать постоянно. На тебе сейчас висит искра злости. Напиши себе конца лауры, искра злости в какой-то скилл. Да, сними шлем, сними колбу и бей кулаками. Тоже как вариант. Короче, смотрите, все массухи, кто под боссом, кто на рендже, вы отключаете. Сова тоже... А, совы нету, все отлично. Маги, бомбу не вешайте ни в коем случае, только когда страж вылезет. Это Раники, смотри. Теперь подходите все под босса, ребята, кто милики. А остальные, кто на рендже, остается на месте. Сейчас я подойду. Может, мы встанем поближе, потому что мы не можем бить, например. Ну, хан только может из моего, из квадратика бить. Про теперь квадрат и кружочек вот сюда подошли, ребята, кто на ленже, подходите. На ФК чек, ну подходите поближе. Там Каминс еще и Седер, подходите сюда, в кружочек, Седер, подходи. Теперь смотри, мутант, иди на изготовку туда, где ты и стоял всегда. Все, милизона вся идет, короче, под босса. Только не тыкайте ничего, просто стоите под боссом. Ну это самое. Да-да-да, вот в этом красном кружочке все. Сейчас я посмотрю, кто там еще остался. Веракт. Так, козырь под босса. Давайте Кеншин. Смотри, анхолик массы не бей. Вообще там желательно не бей. У тебя там бродятя чума. Три ауру надо убрать. Это аура воздаяния, которая. Все, теперь Этернити, ты стоишь вместе с мутантом, как вылезет этот защитник. Понял, да? Ты поставишь его так же, как и стоял босс до этого. Все, ничего сложного нету. Посмотрите, последний раз на ФК чекаю, на баф, на готовность. Отец холодец, не забывай, ты первый хилишь. Фукасаку, ты второй. Так, смотрим. Мутант и Ренивал. Камень с Виталик. Лучше вообще не бей, да, анхолик. И Фрост ДК вообще не бейте. Спелки никакие не узнайте, просто автоатаку по моей команде нажмете и все. И теперь смотри, Ренивал, последний, и будем начинать. Как ты тут? Легас. Все, давайте, по моей команде начинает только мутант, никто не бьет. Давайте, готовьтесь, на счет 3, мутант. Давай, 1, 2, 3, начинай. Все, встали милики под босса, и потихоньку начинайте бить. Под босса, Кеншин, вставай, прям во фрейм. Сейчас копье полетит. Не-не-не-не-не. Вы побежали, ребята, побежали. Право, выбежали. Вернулись теперь в эту лужу. Да, отец холодец, ты под боссом стоишь, слышишь? Иди под босса. Да, побежали, мы же опять в кружочек. Побежали, ребята, вправо, выбежали. Все, обратно вернулись. Ты под босса, иди, Марат. И все стойте там, как на ребре во фрейме стойте. Опять мы побежали в любую сторону. Главное на месте. Прыгнули зону. Ребята, не убивайте его. Не бейте пары, другая. Сейчас стоим, ждем. Вот зеленый луч, выбежали. И другая погиб. Пару дней. Смотрите, кто. Ну. Огонь не срывайте, ребята. Сиранитовые пары, 30 тысяч, оптимус, верак 7 тысяч. Падайте, бля. Или падайте, не бейте. Падайте, не хильте. Тут боб можно накинуть или нет? Нет, никаких бобов.
Кидай. Сделать хэм режим. Кидай. Чё с тобой? Два человека сказал, не бейте пары, все равно клин. Как приста мог их бить вообще? Как он массой бьет? Начислите кто-то ГП по соточке для начала. Какой приз бил? Каменц? Да. Подыхайте, в копье все заходите. Умирайте. А самое интересное, что приз Оптимус дал просто точечную пытку. Написал в чат ему, типа, чтобы он не бил. А он все равно бил. Я в шоке. Просто точечно, это пиздец. Это не масса, это точечно. Оптимус, Эрик, слышишь меня? Плюс в чат поставь, нахера ты пары бьешь? Их не надо бить. Я же распинался, говорил, объяснял. Короче, теперь Веракт, Кощуга, нахрена ты бьешь эти пары массухой там? Да он только появился, и лужа до этого висела. Накидывай, че? Лужа, всем колы пашет. В смысле подошел? Я на месте стоял вообще-то, не надо тут. Ты бурю лупашил, потому что лужа не надамажила бы 7к. Я видел, я же говорил, короче, что буря случайно задел, как только она появилась. Я понял, но я же говорю, ребята, кто в себе не уверен, вы не бейте. Лоран продусь. То стойте и ждите. И вот кто сейчас бил, кроме Оптимуса, Верак, ты просто подходишь к боссу и эту триньку, короче, шеем сними. Так и кулаками. И кулаками, короче, херач. Какие спелки не жми. Ребята, кто, короче, на РНЖ стоит, вы за гроб постоянно следите, просите там маги особенно, ШПшки. Если вы агро сорвете, то танк уже не сможет забрать. Есть хант, рога, могут напуливать по КД. Хант заходит в черные лужи, жмет на пулы, напуливает. Ты думаешь, сравнить твой друг не переагрится на нас? У нас всего лишь один хантер и все. Рога, роговский напул можно даже не считать за напул. Ой, сравни твой друг. Страх? Страх. Да. Не переагрится. Сейчас не будет. Его Атернити заберет и точно так же поставит, как и Везекса, главного босса. А вы у этого... Блин, у этого врага, короче, будете также во фрейме стоять. То есть появляется один дополнительный... У нас ничего не изменяется, появляется просто один дополнительный босс, которого нужно убить точно так же. И поставить танком точно так же. Как стоит и изначально Везекс. Так, больше ничего не можно нет. Дать только 4 на пулы, если ты стоишь в луже, и все там... Танк входит по агру очень далеко, это проверено. Я не знаю, что породистые это не делают. Можно делать... Я говорю, ребята, напуливайте. Напуливай породистый, если можешь, если умеешь. Копье упало, ты забежал в эту, прожал на пул, стрельнул химерой под этим. Это, слышишь, самогон? Вы не двигаетесь, вы вперед, короче, вообще не бегаете. Там самогон, еще кто-то бегал. Просто хилите свою пати. Я назначил там 2 хилов на танка, 3 даже хила. Вот, должно хватить. Они захилят. Ты хилишь только свою пати. Когда этот зеленый луч вытягивания жизни в твоей мини-группе. Понял? Леха. Помогу. Кушайте рыбу. Пикните. Кто там еще вместе с самогоном выбегал? Если не достаете, не надо. Просто бегайте, главное, в копье не попадайте. Кстати, бафайте. Я рад был начинать. Лапу-то. Вот и расходимся на рейндж. Лапу, пристабах. Магон, дай лапу. Вон там в ВК пишут про ДФБ.
Берите на изготовку, только никто после ретриауру уберите. Она не нужна. Уберите половину ретриауру. У кого стоит? Олег, у тебя стоит. Ретриауру убрать. Все делаем точно так же. Только ретриауры, только визакс получают урон. Пары-то они не наносят урона, они не бьют. Понимал, да, это не отлетает. Не, да на всякий случай мы отключим, чтобы не было потом недоразумений. Так, все, теперь ренивал, подходите все под босса, милики. Во фрейм босса становитесь. И по моей команде будет начинать мутант. Смотрю, кому что не хватает. На Рексис, Валера, подходи. Кеншин, тоже подходите, уже становитесь. Только ничего не тыкайте. А потом, смотрите, когда страж вылазит, босс перестает, короче, бить. Фукусаку хилишь, короче, Этернити. Либо мутанта, кто там, смотря, заберет. Этернити, скорее всего, будешь хилить. Козырь потом, когда у отца Холоса и Фукусаку кончится мана, козырь хилишь ты. Вы же под боссом стоите. Все, на счет три мутант начинаешь. Один, два, три. Фукусаку, давай. Хиль-хиль-хиль. Фукусаку. Хилю-хилю. Стой в этом, во фрейме босса. Готовьтесь, сейчас будет копье. Надо будет убежать. Вот другая пати побежала, синий квадрат. Опять же вы, ребята, побежали. Хант, выбеги. Давайте, стоим. Давайте мы побежали, ребята, выбежали. Ты от прыжки не можешь выйти? Я теперь вернулись обратно. Теперь стоим, ждем. Сейчас у зеленой лучи хилит, самогон хилит. И отбегайте, ваши опять пати. Косты все сбить обязательно. Хили, захили, варайте и вернулись обратно в лужу. За гроз следите, ребята, следите. Опять ваша пати, квадрат, синий. Побежали, ребят. Все, и стойте там в самогоночке. Стойте, ДПСти. 2 минуты еще надо так постоять. Теперь моя пати, ребята. Побежали. Теперь вернулись. Ну там-то хили. Опять моя пати побежала в любую сторону, влево, вправо, неважно. Вернулись. Втягивание жизни. Бегите, ребята, назад. Назад к выходу бегите. На ком вытягивание жизни. Так, обратно вернулись теперь. Все точно так же делаем. Опять побежали. Зона пары. Или зоне пары. Вообще не бейте, аккуратнее смотрите. Это Ликмана не тратите. Опять другая апатия кружу, это квадрат синий. Стоим, ждем, ребята. Если честно, я смотрел видео, тут не бежали. Если там будет водить босса. Захили вам. Вернулись обратно в меточку. Стоим, ждем. И опять побежали мы, любит нас. Опять вернулись. Мутанта хилим. Такие у меня жизни. Смотрим, опять побежали мы влево-вправо. Массы не бьем. До 10% доводим. Стопом урон. Опять побежали. Секунд, ребята, ждем. Побежала другая апатия, синий квадрат. За гро, ребят, следите. Если много гро, не бейте, ждите. Опять смотрите, моя апатия, кружочек побежал влево вправо. Раните, готовься точно так же сейчас, как везок стоит, так и сорнит этого врага поставишь. Бейте босса пока. Другая апатия, побежали. Вот, давайте бьем врага. Стоим точно так же. Давай, побежали, моя пати побежала. Все точно так же делаем, только теперь другая цель у нас. Этот, друг. Враг, точнее. С метками выбежали. Вытягивание жизни. Ребята, убегите, вытягивание жизни. Квадрбобов. Давай захилить. Побежали обратно, метку вернулись. Отбежали влево-вправо. Слышно меня, да? Да. Да.
Что, врага бейте, миленький? Давайте, вернулись. Уже рост дать? Да, давайте рост и бьем врага. Вот главное в копии. Иди поближе. ДДХи, подойдите к магам. Давайте, давайте поближе чуть-чуть подходим. Главное от копии отлетайте, ребята, иначе ваншот нет. От копии отбежали, иначе будет ваншот. Ну вот, понятно. Я же сбежал. Вот твои проблемы, я сказал, отбегайте. Есть бы... Смотрите, сейчас опять копье полетит, врага бейте. Смотрим, куда, куда влезок с первого мяса. Другая апати, другая синий квадрат. Вообще не всегда по мне. Можно ауеешь и что попало, короче, делать. Главное, врага бейте. Теперь моя апати. Стоим и ждем, стоим и ждем. Встань к нам. Мутанты, мутанты, хильди. Бег, побежали. Ага. Врага добивайте. Идемте на ту лужу. Смотрите, от копья выбежали. Бах, Виталик полетел. Выбежали, выбежали, из копья убегайте. Добиваем босс. Хильте главное мутанта. Хильте мутанта. Не отхилился босс. Я вижу, бейте, что теперь поделать. Оттягивание жизни, побежали. Следующий мутант. Понятно. Блять, кто будет хилить, не знаю. Козырь, хиль ты в соло. Флешка, не знаю, чем ты хиль. Козырь, ты один хилишь. И вандами, если маны нет, умилите, давайте. Все, надежда на вас. Нужно лучше просто. Может, мы РДДшки все в кучку не станем, которые живут. Давайте в кружочек РДДшки. Давайте РДДшки в кружочек. Там после копья в лужу заходите, а на домах хапает, если шо. На жизни я побежал. Побежали, побежали на ком-тягивание жизни. РДДхи, вам не надо было бежать. Повернулись обратно. Каст, 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 Ваня. А, не сбить. Валера, сейчас сбей каст. Прожми незыблемость. Правом добиваем. Опять вытягивание жизни будет. Готовимся. За игру следите. Он конец. Побежали, побежали. В лужу заходим. И до повести. Из лужи. Че, мы успеем добираться? Да, 2.30 осталось. В идеале. Ребята, бежали. Опять вперед. Вижу, надо быстрее отбегать. Давайте в лужу обратно. Попробуйте добивать 7%. Побежали опять копье. Все, давайте вернулись. Сбить. Через вытягивание жизни. Готовьтесь, надо будет отбежать далеко. Все, все, молодцы. Какие ужасы вас ожидают. Тринка упала. Да, ассиста. Короче, теперь пойдемте на Алголона. Идемте на Алголона теперь. Скажу, что делать будем. Что, я потом... Будем, будем. Потом убьем его. Теперь заходите на РДД, кто может. Меликов очень много. Обвалившаяся галерея. Идем на Алголона. Объясните там сзади. Антон, Антон, иди сюда. Тоха, Тоха, иди сюда. Че, ты где?
Песни, Виталик. Ребята, смотрите, нам не нужны, короче, фрост ДК там и так далее. Анхолики, по идее, тоже не нужны. Ну ладно, Кеншин, оставайся. До ШП будешь бафать. Теперь, кто может, с меликов, зайдите на РДД, на одного босса. Ну, на йоге, если никому ничего не надо. Кто перезаходит, ставьте плюс в чат и пишите ник, на кого перезаходите. Кто слишком много меликов. Если он переснёт, там вот сзади вот лежу. Чё это? Присните, ребят, сейчас я отойду на 30 секунд. Комнату никто не заходит. Забыл паролить эту фигню, как его. Инчант. В комнату никто не заходит, собираемся у кружочка. В локи ставьте шкаф, если пришли. Будем смотреть. Спасибо. Да не зашел. Это последний босс, типа, да? Типа, а, еще Лагон мы не убивали. После этого будет какой-то рейд. Куда там портоваться? Обвалившуюся? Самое последнее. А куда мы вообще? Мы на йога не идем, что ли? Мы на Алголона сейчас идем. А, обвалившиеся. Ребята, осмотрите нас, Маратик, мы что-то потерялись. Тыкните шкаф. Напомните, сколько там идет мут, когда этот... скажите, я скажу. Когда рекаунт линкуешь. 2 минуты, по-моему. А, ну он... Тебе не даст линкануть больше 4 сообщений. Чтобы сражаться с вами. Я пойду кое-что сдобуду. Для блага Вселенной эту планету необходимо пересоздать. Я запускаю системный анализ, чтобы выявить зоны поражения. Не вмешивайтесь. А тут мобы, короче. У всех зависло? Нет. Нет. Так, и тут, короче, нам нужен Эрдру. Так, а чё этот Джерри на кого заходит? Слышишь? Тут мобы резнулись. Чё, не бейте, мы сейчас присуманим. Не бейте, сейчас мы присуманим всех. Димас, а ты чё, перезаходишь на кого-то? Дима. Эрин, слышишь? Солнце падение строил. Да. Что там? Заходите, Эрдру. Так, смотрите, да, Ваня, давай на Эрдру, а Олег, зайди на Аршаму, пожалуйста, сможешь зайти? Нам Аршама нужен. Смотрите, породистый, волк. Посадите кого-то. Подожди, так. Я вспомнил. А Седер Кири это тут? Да, меня выкинуло, просто захожу уже. Я понял, слышишь, а ты сможешь. А, ты же тактику не знаешь на этого босса, да? Не, вообще не знаю. Я понял, но так, Кири, короче. Кири, слышишь? Тогда посиди в Даларане, слышишь? Мы сейчас попробуем сделать. Я могу в ПП палить, там треш потанешь. Не-не-не-не, не надо. Блин, я просто боюсь, что ты, короче, сдохнешь. Лучше бы в десятке тебе потренироваться, потом уже в 25-ку идти. Бессмертей хотим? Да. Я бы убивал бессмертей, не зачем. Я, блядь, чуть не супал. Короче, давай его здесь как-то оставим. Миёк, это Алголон. Эй, Алголон убивал. Они все в лесу летают, слышишь? Не сумуйте там, вот здесь давай шкаф поставим. Сейчас нам надо, короче... Так, нам надо... Нам надо Эрдру и Эли. Какую это ачиву собрались сделать на Алголоне? Вот, с твоими слезами там, без смерти надо его убить. Так, ребята, кто еще может перезайти на РДДшку из миликов? Сойду кем-то вообще, если шо. Я понял, Ваня, будь пока на Аршаме, Олег не будет на Аршаму заходить. Телец в Хапале сказал. Так, окей, в Хапале похилит. Теперь смотрите. Отец Холодец,
вешаешь частицу на мутанта на протяжении всего боя, обновляй, не забывай. Олег, тогда вешаешь частицу на... Так, Animal Jazz на протяжении всего боя обновляешь. И третий танк у нас будет Eternity. Уже подхиливайте его, не забывайте, он будет на созвездиях, его сильно не должно прошибать. Чеку, короче, на АФК. Кирилл, ты дал? Да-да-да, Кирилл Садер, это самое. Дал пока. Я вышел просто из инста. Окей. После Лагалона присмотрим тебя. Смотрите, так, теперь смотрите. Слезы, да? Да-да-да, слезы. Animal Jazz, ты тут? На Рексис Валера. Породистый, Войт Кипер, самогон. Сейчас, секунду. Animal Jazz, слышишь? Писав протопаладина. Ты будешь танчить. Так, мутант, смотри, начинаешь бой с ЛП. Мы все находимся у стеночки, чтобы не было как в прошлом трое. Да, Саня, тряси? Так. Да не, я тогда был вообще не в адеквате. Короче, слушайте, мутант, начинаешь с ЛП. Animal Jazz тебя поменяют на четвертом стаке. Так, Animal Jazz, спекайся в протопаладин, и ты будешь танчить Элголона. Тактику знаешь? Плюс они в чат. Должен знать. Вот, ты, короче, ты второй танк. Мутант и Animal Jazz. Все, вы меняетесь по четырем дебафам. Animal Jazz, ты остаешься. На тебе, короче, защитник, ой, точнее, ревностный на тебя прокнет. Мутант, заходишь в черную дыру. Теперь Eternity. Помнишь, да? Смотри, созвездия спускаются. Агришь их все на себя. Потом Animal Jazz, смотри, твоя задача с Eternity созвездия эти забрать. Но приоритет у тебя танк. Смотри за агро. Сначала танка на агре, потом уже созвездие забирай. Eternity, смотри, если он не успеет на суровом ударе с тебя все созвездия забрать, то ты, короче, остаешься Eternity, понял? Чтобы черные дыры они не закрыли. После черной дыры мы выходим, и все имеющиеся черные дыры Eternity ты закрываешь. Потому что спустится еще 3-4 созвездия. Либо 3, не помню, а там, неважно. Короче, смотри, мутант, ты первый танчишь, заходишь в черный портал. Animal Jazz, остаешься, потом вы меняетесь. Козырь, короче, даешь зубы Animal Jazz. Теперь все хилы слушайте внимательно. Когда мы в порталы заходим, потом выходим из порталов, вы отдаете моментальные хилки в Animal Jazz. На втором суровом ударе в мутанта. Короче, у кого лоу хп после сурового удара, вы того и хилите. Теперь смотрите, короче, все милики, все фурики, все рпалы убираете, божественная буря, освещение, там эти лужи, короче, мы будем бить только точечно босса, только точечно. Да, у меня, короче, тоже задержки. Сейчас посмотрим, если будет лагать. Можно на йога будет уйти. Так, далее, смотрите. Теперь мне нужен человек. Желательно 2-3 штучки, кто будет со мной созвездие подбивать. Так, самогон. Я буду ставить метку кружочек. Слышишь, Леха? Плюс они в чат, если помню. Да, слышу. Так, далее. Так, Летриан. И Оптимус, короче, по команде. Все, если поняли, по моей команде, короче, я поставлю кружочек, мы разобьем звезду. И так на протяжении всего трая. Звезду разбили, переключились в босса. Звезду разбили, переключились в босса. Все остальные играют в босса. Созвездие вообще никто не трогает. Так, что еще не сказал подсказывать? По поводу черных дыр, ребята, смотрите. До сурового удара, примерно за 6-8 секунд, мы подходим к черным дырам, но не заходим, ждем. Потом каст начинается. По моей команде, только по моей команде мы зашли. Сразу в черные дыры заходить ни в коем случае нельзя. Чекаю на АФК. Чтобы вас 100% засосало в черную дыру, вы должны выйти в центр и хаотично бегать влево-вправо. Все, там ничего сложного нет. Как, короче, похолодание на этом, на Хадире, то же самое. Зашли в черную дыру и бегайте из стороны в сторону. Удар бьет через глыбу? Чего? Удар через глыбу бьет? Да, смотрите, суровый удар, короче, от него ничего не спасает. Не спасает ни бабл, ни глыба, ни череда. Не спасает только тучка УШП. На первый суровый удар останешься Оптимус, на второй суровый удар останешься Камец. Все, что я чекаю? Теперь этот... Кто-то из локов поставьте унитаз, камешки возьмем.
тыкайте этот вот источник душ и выносите его на панель. Как у кого там останется, 8-7 тысяч, не ждите, пока вас хилят, сразу камешек кушайте. Так, сейчас подождем, трещу придет. А если на панели место нет? Ну ищите, не знаю, как-то... Напоминаю, я ставлю кружочек, и только по моей команде мы в звезду переключаемся. Это Рнити, ты созвездие держишь, стараешься где-нибудь в сторонке от рейда. И перед суровым ударом подводишь в мелизону, чтобы, короче, танки свободно агрели их на себе. Так, на рейд сейчас ждем Валеру и начинаем. Давайте подходим к боссу тихонько, только ничего не жмите. Агрите босс. Хотите, расходимся на рейндж. Босса постоянно держать в центре. Паладин, каску и монорек по себе обновите. Каску я бафу. Все, я понял. Сейчас я... Пеппер тогда, короче, каски бафнет. Я только что бафнул. А, все отлично. Все отлично, понял. Так, Трися, подходи, тебя только ждем. Ребята, рассасывайтесь на рейндж сзади, подойдите, побольше людей, кто-то там с миликов и так далее. И тут. Саня, подходи, ребята, смотрите, я вам ориентир дал, трусы, короче, это Славик. Если кто не знал, будет кара на протяжении всего боя, вам нужно от кары убежать. Стойте милики в одной точке, желательно. От кары 100% убежать. Валера, Валера, слышишь, если ты, короче, не уверен в себе, если инет лагает, то ливай, в Долоране посиди. Или в натуре, кто не уверен в себе, ливайте прямо сейчас в Долоран. Какие, короче, породистые на пул даешь на мутанта на первой фазе. Все, далее просто босса бьешь. Пацаны, расчекаю и начинаем. Все, максимум заточенности. Смотрите. Но на 8 минут вас надо, все. Убьем босса. Давайте. Все готовы, мутант начинай. С ЛПшки. От босса все отошли подальше к забору. Впритык только не прижимайтесь. Манта тема в центр, ага, и отходи. Общение от наблюдателя в любом случае. А если за забор зайти? Сразу никто не врывается. Даем 3 секунды на агрить мутанту. Породистый напуливаешь. Все, так, сейчас бой начнется. Давайте сейчас по моей команде. Все, давайте рост. Давайте бурстим. Больше ты лужу не льешь, мутант. Еще не увидит милики кару. Ставлю сейчас кружочек, от него отойти надо будет. Все, разбили кружок, ребят. Уговорил. Отошли, отошли от кружка, ребята. Отошли от кружка, сейчас будет кару. Смотрите под ноги. Кары отбежали от кары. Да лол, блядь, я ж говорил нахуй. Я думал, Славик там стоит, тоже в рамке. Это ГП по-любому. Так, бейте босса. Эти кружок разбили? Кружочек, отойдите от кружка. Отведи босса от кружка, от звезды. Уводи, уводи далеко, не бойся. Смотрите, сейчас кара будет, отбежали. Давайте разбивайте, не бойтесь, мутанты хильки. Давайте снова кружочек разбили. Не разбивайте, пока там люди еще стоят. Разбивайте кружочек. Ну хоть не там отражал, блядь. Все, от кары отбежали. В мелизоне дышит. Эти кружок, ребята, звезда. Да-да-да, звезду разбивать этот кружок. Подходили к порталам, сейчас будет суровый удар. Подходили к порталам, никто не умирает. Очень много КП даю, вот теперь заходим. Входим в порталы и убежали к стенке. Хилим танков, ребята, хилим танков. От кары отбежали. Бьем точечно босса. Ты кружочек разбили, ребята? Смотрим внимательно. МК. Обнови. От кружка отошли, ребят. От кружка отошли. Могу нарезать холодца. Захиливаем рейд. Так. Для кары разобьем. Хильте рейд. Закрывайся, черные дыры. Кружочек разбили, отошли от кружка. Далеко отбежали от кары, далеко. Все, разбиваем кружок.
Звезда в мелизоне, уйди, 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 уйдите босса, ребята, от кушка отойдите, сейчас хлопнет, захиливаем рейд. Бейте босса. А он, наверное, сделал вид, что типа вылетел, он не встает. Давайте, давай, давай, разбили кружок, звезда вон там у этого, у забора. Мы там дохилим, и от кары далеко отбежали, и бьем босса. Захиливаем рейд. Берем на себя все созвездия. Так, сейчас мутант вроде остается. Забирай на себя. Свободный танк, который остается, на кон дебафов нет. Забирай на себя их. Так, звезды не бить, ребят. Подходили к порталам потихоньку, подходим к порталам. Кара, отошли. От кары отошли. И заходим, уже сейчас заходим, заходим в портал, ребят, заходим. Стеночки, выбегаем. Стеночки выбежали. От кушка отошли, от раники хилим. От кушка отошли. Ты прикалываешься или что? Ресом. Так, давайте захилим, захиливаем рейд. Кружочек снова у меня не выходит. В мили-зоне. Да ты не флуди, в идеале. МК. Кружочек разбили. Кружочек разбили. Эти босса. А теперь просто в босса играйте. Давай, Джерин, кружок с тобой разобьем. Класс. И мне у стенки, он рядом с тобой. Все, теперь просто добиваем босса. Бурсты даем. Свободные танки, два танка, отрежь весь агрити на себя. Пора отбежать надо. Ой, много КП даю, кто сейчас сдохнет. Просто босса добиваем. Сурового удара у нас там 25 секунд. Просто бьем босса. Черные дыры никто не заходит. Просто бьем босса. А вы пока думаете, сколько им двоим дадим ГП. По пятихатке, блядь. Тоже предлагаю. Я тоже предлагаю по пятихаточке. Я вас предупреждал, вот этот волк. ДК, я вас предупреждал, если не уверены, ливайте. Все, как молодцы, что, два трупа. Как вы не сделали, блядь? Ничего, сука. Так, теперь. А, это баг, походу, потому что мы сделали скрывали так дыры. Залупёжи, два дозика умерли. Да, нормально. Этот, короче, хант Летриан, скидывай бой и лутай сундук, Димас. Либо рог. Я же сказал, не я сдохну, да кто-то другой, бля. Оффхенд, оффхенд. Ничего. Блять, забыл же. Вот это, короче, вообще рофл. У меня такое чувство, что это челик с кнутов ДК. Ну вот и на Марата у меня тоже подозрение, что он с кнутов. Марат, да мне. Похоже, ваша сила. Марат с Украины же, не? Так кнуты в той же где-то области. Короче, вот. Прошу этого ДК, который первый же на каре сдох, спрашиваю, ты тактику знаешь, Алгалона убивал? Да, знаю. В итоге сдыхает самый первый, блядь. Ну как вот я не знаю, как людям объяснять еще. Это непроверенным ником нельзя. Блядь, ты понимаешь, мог я тебя еще предупредил в начале рейда об этом, ты понимаешь? Торопитесь, найдите источник энергии. Я тебе еще. В который раз людям доверяю и опять, короче, нож в спину. Проверенным никому нельзя доверять. Ник кликнул и все, и пока. Блять, согласен, Димас. Когда ты мне нравишься? Позроли лут. Еще бой висит. Бой. Дайте лут разролю. А вот там вроде созвездие убило, да? Да, его созвездие убило. Ну где-то ДК сдохнуло, да? Хочу разбить их, блядь. Ебать, Олег его кикнул сразу. Чё, он хоть пишет что-нибудь, нет? Чё, он сдох и так далее? Нет. Да хули он сдох от кары, тупо не убежал? Чё, как это ещё объяснить? Ну как вот? Ну можно напиздеть, что вылетел нахуй. Да-да, я видел, он на каре сдох. А чё он в рейде? С рейде его тоже кикните нахуй. Тут нет ДК. Он забагался. Волк.
Что с этим, с Маратом? Отец, что с тобой? Ты-то как умер?